А вот на сцене обновленного Дома культуры в Котельниче в эти выходные прошел концерт. Отмечу, учреждение культуры преобразилось благодаря проекту «Местный дом культуры». В нашей области за него отвечает депутат Государственной Думы Рахим Азимов. Подробности в сюжете. Все, что мы сегодня делаем, мы делаем ради будущего великой России. Счастья вам, здоровья, успехов, любви и еще раз с праздником! Выступать на обновленной сцене родного Дома культуры – одно удовольствие, отметили таланты города Котельнича. Нам приятно ходить в Дом культуры. Да, а какая прекрасная сцена, а какой у нас свет там на сцене. Наверное, многие даже, ну, такие кировские коллективы некоторые или Дома культуры позавидуют нашей сцене. Разгрузочные карманы сцены были отремонтированы в этом году, а также ряд служебных помещений, коридоры двух этажей, хоровая комната и танцевальный зал. Заменили деревянные окна на пластиковые, и все освещение в ДК сейчас светодиодное. Мы хотим идти в ногу со временем, оснастить Дом культуры современным оборудованием, музыкальным, микшерскими пультами, колонками новыми, выездной аппаратурой, потому что наш Дом культуры регулярно участвуют в фестивалях выездных как на уровне области, так и на уровне Российской Федерации. Помог преобразиться Дому культуры Котельнича проект «Местный дом культуры», координатором которого в регионе является депутат Государственной Думы Рахим Азимов. Средства на реализацию проекта поступают не только из областного бюджета, но и федерального. В рамках партийного проекта, совместного с Министерством культуры Российской Федерации, мы в областной бюджет привлекли 28 миллионов федеральных денег, плюс софинансирование области 3, там с лишним миллиона. На ремонт этого учреждения культуры было выделено более 2 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Однако на этом сотрудники ДК останавливаться не планируют. Хотят в следующем году в рамках проекта обновить материально-техническую базу. Анна Стефаненкова, Илья Акатьев, Бюро новостей Давича.